первом зале правительства присутствуют сослуживцы и семьи героев, погибших при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции. Близкие погибших достойно принимают государственные награды. «Мой единственный сын, выполняя свой воинский долг, погиб. Героический поступок моего единственного сына для меня. В душе очень тяжело и грустно. Мне кажется, что мой сын вот-вот приедет и обнимет меня. Героический подвиг моего сына останется в памяти народа надолго». Указом президента Российской Федерации награждены посмертно рядовой Роман Шляков, ефрейтор Долан Шакдыр, старший лейтенант Экер Оюн, сержант Мергенхерел Симчитма, рядовой Александр Ростовский, ефрейтор Сергей Ксанов, рядовой Владимир Коваль, сержант Самир Даржай. «Благодаря таким ребятам мы можем без опаски ходить по улице, ходить на работу, расти своих детей. И пока в строю есть такие военнослужащие, никто и никогда не поставит Россию на колени». Эти награды не вернут отважных бойцов, отцов, сыновей и братьев их семьям. Но каждый орден – это свидетельство отваги и решительности бойцов, отдавших свои жизни за братьев по оружию, мирное население ЛДНР. Их подвиги навсегда останутся в памяти жителей Тувы. Даян Дансюрюн, Владимир Сюртук, Азамат Очур, Тува-24.